Да. Ну и как ты тянешь? Давай. Сколько тебе лет? 6. 6? Ну и кого ты там поймала? По-моему, Сомика. Ты его видишь? Подойди ближе, ближе, подойди, не бойся. Подойди ближе, подойди, не бойся. Давай, 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 молодец. Давай, молодец. Где твой брат? Почему он тебе не помогает? Ну-ка, давай, давай, тяни, тяни. Вот, вот, видишь, он все, хлебнул водички. Все, держи, 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 держи. Сейчас брат тебе поможет. Брат тебе поможет, давай, давай. Осторожно, все, держи, 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 а то сейчас меня чуть ниже в воду отпусти. Давай, давай, сейчас брат тебе поможет. Ты поймал больше, чем брат сегодня. Нет, это брат будет. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай. Все, давай, молодец. Чего ж ты там свою удочку постоянно профукиваешь? Ну-ка. Все, оставь ее. Вот так потихонечку. Зацепилась. Зацепилась. Сейчас, секундочку. Раз, два, три. Вот. Все. И теперь давай. Приветствую. Приветствую. Смотри, 6 лет ребенку, он ловит, ты понимаешь? 6 лет! А ты, блин, в это время проспал. Ну все, давай, снимай, снимай теперь крючок. Ну что, скубы-то, повзрослели мы? Камеру, он мешок себе нацепил на живот, блин. Ну и как ты будешь теперь снимать? Ну-ка давай. Страсенька. Попроси брата, чтобы он тебя снял. Егор! Да. Ну-ка. Вот. Вон, попроси дядю Диму, он тебе поможет. Вот. Попроси дядю Диму. Вот, ну видишь, он не боится рыбку. А ты смотри, как снимать нужно правильно. О, не видишь, запутался. Вот, раз. Аккуратно, главное. И. Ты хорошо подцепил это, да? Конечно. Лошадиные крючки. Ну что, довольна? Да. Ты мне уже надоело рыбу. Мне надоело рыбу вытаскивать каждые 5 минут, да? Мне интересна рыбалка, да? Ну как бы, никто не ловит, здесь никто, то есть никто не поймал, никто. Максимум, как обычно. Все, давай держи, сама бери ручку, бери рыбу, давай, бери, 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 не стесняйся, бери. И покажи, какую ты рыбу поймала. Давай, не бойся, не бойся, не бойся. Бери вот здесь, вот здесь, бери. Ага. Все, давай. Ну что, нормально, довольна? Да. Ну все, можешь поцеловать ее и куда-нибудь девать. Так интересно, конечно. На удочку интересно. Так, и что у нас Крючок-то где? Кирилл. Так. Крючок-то где у нас? А. Он где-то, собственно, сошел, да? Доскавите. Так. Ну он, видишь, как бы здесь грубая удочка, поэтому здесь можно и так. Что ж такое, Макс? Опять поймал. Куда деваться от нее, да? Макс, ты щенка тут на мама, да? А? Щенка еду. Где? А где же бассейн еще? Почему я взяла только... А у тебя есть бассейн? Да. Вот, палка есть. Да. Ну что? Ну так. Осторожно, осторожно, чтобы тебя там не перегнулось. Давай. Осторожно. Вот, все, твоя рыбалка. Все, отлично. Давай, 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 давай. Давай, молодчина, давай, давай. Давай, давай.
Давай, давай. Давай. Подсак зацепился. Немножко катушку подкручиваем. Все, о. А я сцену себе оставлю, чтобы она удочку не убежала. Вот так, вот так, вот так, вот так. Оп, конечно, так нельзя делать, ну ладно. Ничего страшного. Все, давай, молодец. Все. Раз, два, три. Оп, опа. А, видишь, профукал. Он рыбак, первый раз без пива, блин, ему прямо это, он будет, блин, приходится рыбу ловить, задолбали, да? Задолбали. Задолбали. Все пытаюсь крупную поймать. Получается. Ой, какие тоже деревья классные. Это амурчик. Амурчик, ну да. Но он есть какой-то больной. Какой-то он нехороший. Вяленький какой-то амурчик. Да не надо, я не хочу. Да нет. Какой-то у нас больной. Он начинал. Все. Немножко не успел. Покажи какую-нибудь рыбу, вытащи какую-нибудь. Давай. Посмотрим. Красавцы, да, уже узнают. Ну и, конечно же, у нас здесь картошечка, ребят. Запеченная рыба, мясо. В общем, скоро будет бомбически. И давайте мы все-таки покормим. Немножечко покормим. Кстати, ждут красавцы нас. Ну-ка, давайте покормим. О, прям с рук. Ты не боишься, Дима? Я лично боюсь. Да ладно? Я боюсь. Я боюсь, ну, что ты смещу. Боюсь. Немножко? Я боюсь. Я боюсь тоже. В общем, я не трус, но я боюсь. Отличная рыбалка, отличная компания. Ну и давайте посмотрим, что же здесь такого у нас интересного есть. Не поймали, но поели. Можно было сделать и карпика. Так же. И постоянно думаю, хочу себе вот типа такого домика. Вот в Сочи его за глаза хватит, да? И все такое, чтобы там запах был. Вот, в общем, как бы вот так вот должно быть. И даже телевизор в доме не нужен. Так, ютубчик включилось. Ванин. Честное слово. Есть горячая вода, есть холодная вода, есть, в общем, купель. Можно прям отдыхать прям по-человечески. Ну и, конечно же, банька, 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 банька. Сейчас заберем мы веничек, уже пропарились, отпарились, и пойдем зверствовать. Дай, пожалуйста, веник мне. Давай, спасибо. Спасибо. Опа. Все. Пойдем убивать. Всех пойдем убивать. Секунду. Ну что, кто ложится? Раз, два, три. Блин, я еще ни разу не окунулся. Все, отлично. Отлично. Фух, уже троих отварил. Троих.